Всем привет! Меня зовут Костя Боровский, я артист группы «Огонь», режиссер и фотограф. И сегодня я хочу принять участие в марафоне «Движение против БАС». БАС – это болезнь, которая лишает человека возможности двигаться. И на карантине, находясь в изоляции, мы все почувствовали, что это такое на самом деле. Поэтому этот марафон посвящен движению. Я артист, танцовщик и, конечно, постоянно нахожусь в движении для того, чтобы поддерживать свою форму. Во время карантина я умудрился попасть на велосипеде в ДТП, в котором мне помогли сломать ногу. На изоляции нашей семье очень помогает йога. И сейчас я вам покажу простой утренний комплекс, который называется «Сурья Намаскар» или «Приветствие солнцу». Погнали! Горшок убери. Горшок убрать? Да. Самое главное – это вдох и выдох. А еще в жизни и в тренировках очень важен баланс. Ну а если это слишком сложно, в йоге есть прекрасная шавасана или поза трупа, которая выполняется в конце каждого комплекса и точно подойдет каждому. Нужно просто лечь, расслабиться и почувствовать свое тело. Главное не спать. Кроме йоги, у меня всегда под рукой мой домашний воркаут. Это очень просто и может делать каждый на коврике или без него. Обожаю планки, это очень полезно. Они бывают самые разные, низкие, высокие, динамичные, с ногами, с вышагиваниями, просто статичные. Все это очень полезно. И самое главное, помните, что нужно заниматься собой. Еще, признаться честно, иногда нарушал на детской площадке. А если что? А что? Я мусор выношу. Ну и вот я снова здесь. Благодаря йоге, конкретно в моем случае, я достаточно быстро восстановил свою ногу и снова катаю. Очень рад, что смог поучаствовать в челлендже «Движение против БАС». Большое спасибо. Пока.